Масштабная спецоперация развернулась в 10 километрах от Нарьян-Мара. Там ликвидировали последствия условной авиакатастрофы. По легенде, недалеко от окружной столицы рухнул вертолет. Есть пострадавшие. В учениях задействовали сразу несколько экстренных служб. Весь личный состав Нарьян-Марской региональной поисково-спасательной базы Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра Росавиации, сотрудники регионального МЧС, а также специалисты поисково-спасательной службы Ненецкого округа и медицины катастроф. За комплексной тренировкой наблюдала моя коллега Алина Учейская. И вот ее репортаж. Все случилось около 9 утра. Пассажирский вертолет выполнял плановый рейс из Харивера. Во время полета у винтокрылой машины отказал второй двигатель. Экипаж сообщил о неполадках на борту, и почти сразу после этого «восьмерка» пропала с радаров. Такова легенда учений. На поиски пропавшего воздушного судна отправился еще один вертолет. Спустя несколько минут пилотам удалось обнаружить место крушения. Условная катастрофа произошла в 10 километрах от окружной столицы. Местности, покрытые кустарником, карликовой березой высотой до 3 метров и хвойными деревьями высотой до 10-15 метров. В 100 метрах на западе находится болото. Буду десантировать группу из ПДГ, потому что приземлиться невозможно. Первым на землю спускается старший группы. Он же принимает с воздушного судна груз с необходимыми медикаментами, оборудованием и инвентарем. Сразу после высаживаются еще два десантника. Это сотрудники Нарьян-Марской региональной поисково-спасательной базы. Они же главные специалисты при устранении последствий авиационных происшествий. На месте условного крушения 10 выживших, которые нуждаются в экстренной помощи. Поэтому в составе группы десантируется медик. Здесь ему нужно в кратчайшие сроки произвести так называемую сортировку пострадавших по степени тяжести. Осмотрев место катастрофы, спасатель обнаруживает двух человек в бессознательном состоянии. У обоих закрытые черепно-мозговые травмы и множественные переломы. После проведения необходимой иммобилизации тяжелобольных врач отправляется к тем, кто в сознании. Так, в сознании? Сознание. Болит где? Нога, вот здесь болит. Бедро. Сознание терял? Нет. Все, не испугался? Нет. Все, поговори с нами. Для этих пострадавших главное оказать не только первую медицинскую, но и психологическую помощь. Все, можно лечь, можно сесть. Ничего страшного. Ждем эвакуации. И пока медик ведет постоянное наблюдение за пострадавшими, на место условной катастрофы десантируется еще одна резервная группа бойцов регионального подразделения Росавиации, а также специалисты поисково-спасательной службы. На землю с высоты 15 метров парашютно-десантная группа спускается при помощи специальных тросов. Именно этим бойцам предстоит выполнить одну из самых сложных задач учений – эвакуировать пострадавших. Всех, кто по легенде учений получил самые тяжелые травмы, эвакуируют в первую очередь. На борт вертолета носилки с пострадавшими поднимают с помощью лебедки. Операция осложняется тем, что вертолет находится в так называемом режиме висения. Поэтому здесь многое зависит не только от спасателей, но и от пилотов. Когда тяжелые пострадавшие на борту, вертолет направляется в аэропорт Нарьян-Мара, где уже дежурит бригада медицины катастроф. Такая масштабная комплексная тренировка по ликвидации авиационного происшествия в Ненецком округе проводится впервые. В этих учениях задействованы различные силы, скажем так, и от МЧС России, от поисково-спасательной службы округа. Ну, естественно, основными здесь являются это ребята-спасатели Росавиации, которые предназначены, в принципе, для ликвидации вот таких вот крупномасштабных происшествий. Собственно говоря, главные действующие лица учений – это весь личный состав Нарьян-Марской региональной поисково-спасательной базы с заданием справились. И справились достойно. Во многом благодаря ежемесячным тренировкам по десантированию. Ребята отрабатывают спуски, технику спусков. Также отрабатываем оказание первой помощи пострадавшим на месте учебного авиационного происшествия. Оценка на сегодняшний день, ну, хорошая. Ребята сработали отлично. Впереди общий разбор полетов. Важно понять, насколько слаженно сработали все участники комплексной тренировки. Ведь как раз от этого фактора зачастую зависит исход, пусть даже условного происшествия. Алина Ваучейская, Александр Дуркин и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».